Добрый день, уважаемые зрители! В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Вижу ваши плюсики, то есть понимаю, что с трансляцией все нормально. Соответственно, пора начинать. Всем привет еще раз. Ольга поставила свой плюсик. Виктор, Ирина Волкова и, конечно, Владимир Гайдуков из Зеленогорска. Начинаем. Всем еще раз привет. Первое, что мы должны сделать, обсудить все ключевые макростатистические индикаторы, экономические события, которые есть у нас в календаре. Прокомментировать, как все это может повлиять на ключевые или мажорные валютные пары. Поэтому после просмотра календаря мы традиционно открываем МТ4 и начинаем просмотра графиков. Давайте вспомним, что у нас в четверг после последнего обзора было опубликовано. Значит, вчера во время нашего обзора вышли данные по ВВП. Я их более детально уже дома смотрел. Данные вполне приличные. На самом деле, по сравнению с второй оценкой, которая была приблизительно на этом же уровне в 3%, нет каких-либо существенных изменений. Поэтому, на мой взгляд, вот это третья или финальная оценка почти та же самая, как и вторая оценка. Все это указывает на тот факт, что, скорее всего, действительно американская экономика вырастет на 2% в текущем и чуть больше, может быть, в текущем 2017 году. И, может быть, действительно есть предпосылки для того, чтобы американский доллар продолжил частично свое укрепление на валютном рынке против основных валют, то есть в мажорных валютах, валютных парах, чтобы американский доллар еще немножко укрепился до конца или к концу этого года. То есть это может произойти в ближайший месяц, два, три и так далее. Увеличиваются запасы на складах оптовой торговли, мы это прокомментировали. Динамика вполне приличная, также указывает на потенциальное улучшение ВВП за счет этого индикатора в текущем третьем квартале. Соответственно, более или менее статистика вчера, которая выходила, она достаточно позитивная. Да, данные в известной степени имеют запаздывающий характер, но увеличение запасов, мне кажется, что в настоящее время имеет некий опережающий характер, потому что раз ключевые экономические агенты или предприниматели увеличивают свои запасы в США, они предполагают, что спрос на их товары будет увеличиваться, соответственно, скорее всего, они уже проанализировали будущую ситуацию и ожидают оживления спроса, то есть оживления, соответственно, экономики США, и, конечно, это хорошо для экономического роста и для курса американского доллара. Идем дальше. Потом было выступление Стэнли Фишера, на самом деле, по поводу своей отставки он ничего не говорил, так что это просто была другая тема, оказывается. И, конечно, тут ничего интересного не произошло. Рано утром было очень много индикаторов по Японии. До этого разрешение на строительство в местном выражении по Новой Зеландии. Индекс повышается, то есть темпы роста повышаются. Это очень волатильный на самом деле индикатор, если мы его отслеживаем в месячном выражении. Но в годовом выражении здесь идет некое такое боковое движение. То есть нельзя сказать, что разрешения на строительство так сильно повышаются. Об этом даже говорили представители Резервного банка Новой Зеландии, что в последнее время наблюдается замедление темпов роста на строительном рынке, также на рынке жилья, соответственно, строительство жилья. И действительно, эта статистика это подтверждает. По Великобритании рано утром вышел GFK-индикатор по потребительскому доверию. Хотя он на достаточно приличном уровне. Я знаю, что здесь минус 9, кажется на первый взгляд, что это плохое значение. Но если посмотрим на график, у нас все равно нет такого большого ухудшения, как, например, в 2011, 2012 и 2013 годах. Мы вблизи нуля. Но в целом хочу сказать, что этот индикатор указывает на некую такую неоднозначность, неопределенность потребительского доверия. Некоторые потребители считают, что ситуация стабильна, другие говорят, что
не чувствуют себя очень комфортно по поводу будущего, то есть, может быть, их ситуация будет ухудшаться за счет Брекзита. Соответственно, этот индикатор показывает некий такой красный цвет, предупредительный, что впереди потребление может снизиться. Будет ли это или нет, мы увидим, но это некий такой предупредительный сигнал о том, что британская экономика может быть замедлится. Но еще раз хочу подчеркнуть, в последние два месяца выходят все время разнонаправленные индикаторы, и поэтому по фунту очень большая волатильность, вверх-вниз, непонятно на самом деле, куда он может пойти. С точки зрения фундамента все очень неопределенно. Также и на графиках. По Японии что у нас есть? Инфляция повышается. В августе она составила в годовом выражении 0,7%. Это национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты. Вот он. Хочу сказать, что все-таки целевой уровень в 2%. Представители Банка Японии в своей сводке прогнозов утверждают, что повышение к этому целевому уровню 2% этого индикатора произойдет не ранее 2019 года. Поэтому они будут продолжать программу количественного смягчения, не отказываясь от ее плюсов. Почему говорю плюсов? Потому что программу количественного смягчения одобряет и Министерство финансов Японии, и правительство, и об этом я сегодня написал. Банк Японии, необходимо продолжать программу. Здесь я более конкретно указал, почему, и, конечно, подчеркнул, что и Министерство финансов Японии, и государство поддерживают вот эту программу. То есть, скорее всего, на мой взгляд, программа выкупа активов или вливания денег в экономику в Японии продолжится как минимум еще на год или полтора. Это, на самом деле, в известной степени влияет положительно на японскую экономику, повышается промышленное производство, также повышается в известной степени расходы домохозяйств, хотя на самом деле в последний месяц-два они начали немножко замедляться, будем следить за ситуацией. Все-таки уровень безработицы снизился значительно, находится на очень низком уровне. То есть по Японии в двух словах вот видно вот это снижение безработицы. По ключевым японским индикаторам видно, что, скорее всего, Банк Японии будет продолжать программу выкупа активов. Также инфляция вряд ли поднимется в ближайшие месяцы к целевому уровню. Это произойдет не ранее фискального 2019 года. А по поводу экономического роста мы видим, что японская экономика как будто выходит на траекторию в 1,5% в годовом выражении. Имею в виду сейчас, хотя через 2-3 года ожидается, что она снова вернется к низкому экономическому росту в 1%. Посмотрим. Посмотрим. Но в целом здесь ситуация по Японии не очень плохая. Это указывает на некую стабильность по японской иене. Поэтому давайте я открою МТ4 на самом деле. И хочу напомнить, что совсем недавно я публиковал прогнозы на этой же страничке. Вот здесь прогнозы японского банка Mitsubishi. Или Mitsubishi, или Mitsubishi, каждый по-разному его произносит. Так что давайте я покажу, что здесь я показывал вот эти прогнозы японского банка по банк Японии Mitsubishi, то есть это крупнейший коммерческий банк в Японии, по валютному курсу доллар-иена, и именно что ожидается некий стабильный курс японской иены против доллара в ближайший год. 112-113 в целом ожидается, что иена будет слабеть против доллара, то есть пара доллар-иена будет повышаться, но очень-очень медленными темпами. И эти уровни 112-113, которые прогнозирует Банк Японии, извините, Токийский банк, просто Банк Японии сегодня я прокомментировал, полностью оправдывает вот это видение, что скорее всего пара доллар-иена, секундочку, что пара доллар-иена действительно и с точки зрения фундамента, и с точки зрения технического анализа, скорее всего, будет находиться около середины вот этого потенциального диапазона. То есть этот диапазон, который мы давным-давно уже нарисовали. Середина этого диапазона – это где-то 111,5, верхняя часть 112-113. Именно об этих уровнях нам говорит
банк Токио, Токийский банк, и действительно фундамент показывает, что действительно это может произойти, то, что траектория японской иены будет вблизи этого уровня. Идем дальше. По Великобритании выходили индикаторы по ВВП. Давайте мы их прокомментируем. ВВП практически оказался, что во время третьей оценки был немножечко скорректирован вниз в годовом выражении от 1,7% до 1,5%. То есть оказалось, что во втором квартале экономика выросла чуть меньше, чем по сравнению с второй оценкой. Это за счет падения активности в сфере услуг, а все остальное по ВВП, другие компоненты вполне приличные. На эту статистику британский фунт в краткосрочной перспективе отреагировал негативно, потому что оказалось, что темпы роста во втором квартале не были настолько высокие, хотя они не высокие, не были на том уровне, на котором предполагалось ранее, они чуть-чуть были скорректированы вниз. Давайте я с целью открою пару фунт-доллар на очень мелких таймфреймах, там на 30-минутном, например. Мы увидим, что сразу после публикации этой статистики фунт практически скорректировался, ну, на 50-60 пипсов. То есть рынок оценивает негативно вот эту динамику по ВВП, которая сегодня вышла. На самом деле это исторические данные, так что в известной степени это уже в цене британского фунта. Плюс тут нет такого большого пересмотра вниз, потому что предыдущее значение за первый квартал текущего года, а также значение за 2015 и 2016 годы остались на предыдущих уровнях. Соответственно, это маленькая коррекция вниз, она практически имеет право, например, создать волатильность на вот этих мелких таймфреймах, на 30-минутном. Но если мы посмотрим на фунт-доллар на дневном таймфрейме, как будто бы ничего не происходит, все как и ранее практически выглядит. Идем дальше, то здесь не было какого-либо большого сюрприза. Идем дальше. В 12 часов по Европе вышла инфляция. Это предварительная статистика за сентябрь. На самом деле это один из важнейших индикаторов. Но по логике мы видим, что больших здесь сюрпризов не было. Да, индикаторы в красном, но они практически вблизи прогнозных значений. И практически видно, что индекс потребительских цен HICP вышел на уровне предыдущего месяца. То есть тут нет такого большого сюрприза. Также это не 1,1, не 1,2, не там 1,8, 1,9, чтобы мы сказали, ага, произошел большой рост или произошло большое снижение. Если зайти на страничку Евростата, видно, что в основном это произошло за счет сохранения роста инфляции в сфере услуг на предыдущем уровне 1,5, а не на 1,6, как предполагалось. Все другие компоненты на самом деле повышаются. Даже цены на энергетические ресурсы показывают хорошую динамику. 3,9 в годовом выражении, если не ошибаюсь. На продукты питания также повышается по сравнению с предыдущими месяцами. Конечно, я сейчас все это не могу помнить. Уже помню, что там около 2% была инфляция по продуктам питание. И, соответственно, то есть food price индекс, который практически входит в эту инфляцию, то есть оказывается, что основная проблема в этом месяце или инфляция не поднялась, потому что инфляция в сфере услуг сохранилась. Хорошо или это плохо для европейского, для курса евро? Вот что нас интересует. На первый взгляд это плохо. Почему? Потому что если инфляция в сфере услуг, а именно в ключевой сфере для европейской экономики, не повышается, это указывает на отсутствие спроса на эти товары, на эти услуги. Соответственно, нет спроса, значит, в экономике не все очень хорошо. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Поэтому сейчас цены не повышают. Тогда в известной степени это не очень хорошо для европейской экономики. Отсутствие этого спроса на услуги. И, соответственно, это плохо для евро. Но по логике, когда инфляция находится на низком уровне, предполагается, что в нынешней ситуации Европейский центральный банк продолжит вливать ликвидность. То есть он продолжит программу выкупа активов, чтобы поднять эту инфляцию к 2%. То есть с этой точки зрения это хорошо для евро. Почему? Потому что Европейский центральный банк в таких условиях будет поддерживать европейскую экономику путем монетарной политики, то есть путем вливания денег.
И таким образом предполагается, что негативный эффект снивелируется за счет политики ЕЦБ. И тогда можно сказать, что да, низкая инфляция, но тогда ЕЦБ продолжит программу выкупа активов, он не откажется, то есть это хорошо для евро. И получается такой неоднозначный эффект для самой торговли по евро. Это хорошо или плохо? Оказывается, что эти все с точки зрения фундамента факторы нивелируются, и скорее всего, с учетом того, что этот индикатор не так далеко от предыдущего значения вышел, то есть вблизи предыдущего значения, этот индикатор оказался, что просто создал краткосрочную волатильность, но не более того. То есть ничего дополнительного вряд ли произойдет за счет этого индикатора на валютном рынке, и точнее в паре евро-доллар. Сегодня в 15.30, через несколько минут, публикуются ключевые индикаторы по США за месяц август. Личные расходы, личные доходы или personal spending and personal income. Это очень важно. Это очень важно, потому что эти индикаторы укажут на ситуацию не только в августе, но это будет и первый такой уже более солидный сигнал за третий квартал, какова ситуация в текущем третьем квартале. Вот как я говорил на протяжении последних нескольких обзоров, после публикации этих индикаторов я буду делать свой уже такой финальный, соответственно, прогноз по росту американской экономики за текущий третий квартал. Об этом я вчера говорил. Мой первый прогноз, который я опубликовал 1 сентября, был на уровне 2.42. Я могу пересмотреть свой прогноз сегодня после публикации этих индикаторов, и в понедельник это будет озвучено на страничке компании Альпари, то есть мой второй прогноз. Соответственно, на мой взгляд, при сильном изменении вот этих индикаторов, при сильных изменениях, это может сегодня спровоцировать серьезную волатильность по доллару, а также хочу подчеркнуть, что эти индикаторы могут оказаться в известной степени трендоопределяющими, то есть они могут сыграть важную роль для тренда по доллару. Будьте начеку, тем более, что здесь публикуется и инфляция, PCE, расходы на личное потребление, ценовой индекс. Именно за этим индикатором следит Федрезерв. То есть Федрезерв или регулятор США, Федеральная резервная система, Фед, госпожа Йеллен и ее коллектив, они, соответственно, строят свою монетарную политику на основе инфляции и на основе безработицы. Ну, по определению. Они именно вот эту инфляцию отслеживают. PCE и Core PCE. PCE и, конечно, Core PCE. Почему я это говорю? Потому что мы знаем, что по США публикуется и индикатор CPI, то есть индекс потребительских цен на русском языке CPI. Этот индикатор важен для рынка, но он не важен. Да, он также важен для Федрезерва, но Федрезерв обращает внимание именно на вот эти индикаторы по инфляции, поэтому они также очень важны на сегодняшний день для американского доллара, и поэтому они здесь в красном, а не в оранжевом цвете. Это для новичков, для тех из вас, которые этого не знали. Поэтому сегодня в 15.30, ровно через 11 минут, очень много важных индикаторов по США. В это же время публикуется и ВВП по Канаде. В известной степени этот индикатор также может создать сильную волатильность по канадскому доллару, хотя все это уже в цене канадского доллара, потому что это месяц июль, все прошло, все ясно, это вот 2 месяца назад. Но в краткосрочной перспективе это может создать волатильность при сильном расхождении опубликованных значений от прогнозных и от предыдущих. В 16.45 или в 4.45 публикуется индекс PMI Чикаго. Вспоминаем, что в последнее время выходят хорошие индикаторы по Филадельфии, по Нью-Йорку, по Вирджинии Ричмондской, который в течение этой недели, в начале этой недели публиковался, указали на хорошее улучшение ситуации в производственном секторе в США, точнее в промышленном производстве. Поэтому посмотрим, если этот регион присоединится к этому позитиву. Эти индикаторы, на мой взгляд, в известной степени являются опережающими, потому что месяц сентябрь только-только что заканчивается, а вот они публикуются именно в этом месяце. Идем дальше. В
17.00 публикуется индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Также индикатор, который на краткосрочных таймфреймах может создать волатильность. Будьте начеку. Конечно, при очень сильном отличии текущего значения от предыдущих, там вверх или вниз, вот тогда волатильность по доллару может значительно возрасти. Но при равных прочих условиях здесь практически, если мы будем вблизи прогнозных значений, то есть вблизи значения за предыдущий месяц, то есть за месяц, на самом деле это вторая оценка за месяц сентябрь, если я не ошибаюсь, соответственно, здесь вряд ли произойдет какой-либо сюрприз. Если вы торгуете по нефти, вечером обращаем внимание на статистику от Baker Hughes по активным нефтяным платформам. То есть это полезно знать, что вот последнее время, я это комментировал один раз для нашего сайта, что вот последнее время идет замедление темпов роста, практически возобновления работы нефтяных платформ. Соответственно, вот именно за счет того, что произошло замедление темпов роста, вот даже видно, что мы практически падаем немножко последние несколько недель, это ограничивает потенциальная добыча нефти, то есть предложение по нефти. Соответственно, это хорошо для цен на нефть, если продолжится снижение вот этих активных нефтяных платформ, работающих нефтяных платформ. То есть для нефти это важно. Мы знаем, что когда предложение падает, это хорошо для цены. Хорошо, у меня на этом все. Жду ваших вопросов в чате по статистике, по ключевым экономическим событиям. Жду вашей реакции в чате. Если вопросов нет, конечно, ставим свои плюсики. Мы, соответственно, переходим к графикам. Жду вашей реакции. Напоминаю, что сегодня пятница, субботу и воскресенье. Отдыхаем. Соответственно, следующий обзор будет уже в понедельник. Так, жду вашей реакции в чате. Поскольку я вижу в чате Митхат Мухаммедчин, также один из наших основных участников обзора. Рад вас всегда видеть, как, конечно, и остальных, но все-таки я всегда поздравляю людей, которые часто участвуют в нашей дискуссии, в наших обзорах. Александр Корненко спрашивает, при росте цен на нефть, почему наблюдается снижение числа боровых установок? Вы знаете, я не специалист по нефти, то есть у меня есть очень поверхностное мнение по нефти и вряд ли могу дать вам такой полноценный ответ. Но может быть в последнее время в известной степени, вот это мое видение, секундочку, сейчас я это покажу, может быть в последнее время вот эти буровые установки или площадки, платформы для добычи нефти. В последние несколько дней, вот ту статистику, которую мы видим, здесь снизились в этой статистике из-за ураганов в США, Харви, Ирма, Мария и так далее. Может поэтому сейчас статистика нам показывает, что они не работают. То есть это может быть одним из этих объяснений, надеюсь. Это понятно, Александр. То есть чисто статистически вот в это время, когда они не работали, когда природные бедствия, стихийные бедствия практически приостановились, рано или поздно они возобновляют свою работу, эти платформы. Следующее, может быть, они являются либо уже неэффективными, или оборудование старое. Есть такие утверждения, что из-за более старого оборудования этих платформ их выводят из применения, если так могу сказать. Надеюсь, вы меня понимаете. То есть оборудование стареет, что они уже являются неэффективными. И, соответственно, в США, если их устраивают текущие цены на нефть, вот, пожалуйста, можно, соответственно, инвестировать в новое оборудование. Объяснений очень много. На самом деле, это хороший вопрос. Может быть, стоит мне на это обратить внимание. Я действительно заинтриговался. Давайте в ближайшее время я почитаю отчеты, вот эти видения Международной энергетической агенции, также специалистов по нефти ряда коммерческих банков, которые занимаются только нефтью. И если увижу некую новую информацию, которая объясняет, почему идет снижение, это не только из-за ураганов и не только из-за стареющего оборудования этих платформ, это будет озвучено, Александр Корненко. Если вы мне напишите на электронную почту,
то я, конечно, об этом точно не забуду. Я даже для себя сейчас запишу, потому что это интересный, хороший вопрос. Так, я для себя это записал. Хорошо, давайте мы подходим к графикам, соответственно, и начинаем с долларового индекса. Горбатько Валерий пишет, возможно, снижение количества буровых установок и провоцирует рост цен на нефть. Да, конечно, Горбатько Валерий, мы именно с этой точки, опорной точки мы начали, что вот именно за счет снижения активных буровых площадок идет ограничение предложения, и это поддерживает, я не говорю, что только за счет этого растет цена нефти, а это поддерживает текущие такие более высокие цены на нефть в известной степени, плюс снижение запасов, которое происходило на протяжении коммерческих запасов нефти в США, которое происходило с начала там, апреля текущего года, или марта, то есть думаю, что с 4 апреля это началось, и сейчас потихонечку возобновляются вот эти увеличения запасов, также это будет рано или поздно прокомментировано на сайте, все это в известной степени влияет позитивно на цены на нефть в настоящее время. Плюс, конечно, не надо забывать, что ключевой фактор это рост глобальной экономики, возобновление американской, то есть восстановление американской экономики, рост европейской экономики, стабильная ситуация в Китае, в Азии, то есть глобальная экономика, когда повышается, хотя эффективность по потреблению нефти увеличивается, все-таки рост намного больше, чем снижение эффективности, то есть увеличение эффективности по потреблению нефти, и, соответственно, это провоцирует рост цен на нефть. Начинаем с долларового индекса. Знакомый нам график, потенциально можем закрепиться на той предыдущей впадине. Очень важно, как закроется текущая свеча за месяц сентябрь. Она не в очень идеальном разворотном виде, потому что намного лучше было бы, если эта свеча бы перекрыла верхнюю часть полностью вот этой свечи, точнее верхней тени вот этого доджа, чтобы мы сказали, ага, четко и ясно здесь формируется хороший сигнал на формирование дна. Пока этого нет, поэтому понимаем, что все покупки американского доллара в какой-либо валютной паре носит определенный риск. Почему? Потому что здесь пока еще нет такого четкого ясного сигнала не только что на разворот, а на формирование впадины. То есть эта впадина пока еще не гарантирована. Ситуация очень схожая в паре евро-доллар. Те же самые свечи приблизительно перевернуты на 180 градусов. Очень важно также, как сформируется верхняя часть вот этого потенциального диапазона, в котором практически мы находимся в верхней части, вблизи синей линии, вот эта последняя свеча. На weekly таймфрейме, если все будет улучшаться в США, ситуация будет лучше, мы можем вернуться в серый диапазон, в котором пара находилась с 15 января 2015 года. Конечно, на дневном таймфрейме видно, что мы прикасались к пределам, к верхним порогам вот этого диапазона, который у нас есть на weekly и на дневном таймфрейме. На 4-часовом формате все-таки восходящий тренд на сегодняшний момент сохраняется. Почему? Потому что вот он восходящий тренд между зелеными линиями. По США, скорее всего, вышла хорошая ситуация. Еще нет 15.30, то есть сейчас выйдет статистика, вот видно, что рынок начал быстрее практически обновлять котировки, интересно, что там происходит. Сейчас, через несколько секунд, выйдет ключевая статистика по США, посмотрим, что произойдет. Вот статистика вышла, что мы видим? Евро-доллар вырос, фунт-доллар также, доллар-франк. Давайте посмотрим на статистику, на самом деле, что за статистика вышла только что в 15.30. Хорошая или плохая по всем вот этим потребительским расходам и так далее. Так, личные доходы 0,2, личные расходы 0,1. Ну, соответственно, поскольку я вижу, по Канаде ВВП практически вышел вблизи ожиданий. Поскольку я вижу, статистика вышла полностью в соответствии с ожиданиями. Конечно, инфляция снижается. Инфляция снижается, и на самом деле я пока еще не буду комментировать индикаторы по инфляции так детально, потому что не знаю, что, за счет чего идет вот это снижение
инфляции по сравнению с предыдущим месяцем, а здесь PCE практически оказался, что вышел в годовом выражении на предыдущем уровне. Если инфляция сохраняется на более низком уровне, в известной степени это хорошо для доллара. Почему? Потому что на фоне этой инфляции Федрезерв строит свою монетарную политику. Вспоминаем, что недавно они нам говорили, если инфляция не будет сильно расти, мы практически не будем торопиться с повышением ставки, то есть циклом повышения ставки. Соответственно, более слабый рост инфляции будет создавать предпосылки для того, чтобы Федрезерв не так быстро повышал процентную ставку, то есть чтобы воздерживался от слишком быстрого ужесточения. Конечно, это хорошо для доллара в настоящее время, подчеркиваю, в настоящее время, потому что все-таки экономический рост пока еще в США не стабилен. Поэтому, на первый взгляд, более низкая инфляция в среднесрочной перспективе должна иметь позитивный сигнал для американского доллара, потому что предполагается, что Федрезерв не будет торопиться с повышениями ставками. Но если действительно окажется, что эта инфляция происходит на фоне, снижение инфляции происходит на фоне слабого экономического роста, то тогда оказывается, что плохая ситуация в американской экономике, наоборот, она даже и при поддержке Федрезерва вряд ли практически будут предпосылки для роста доллара. Поэтому я воздержусь сейчас детально комментировать эту статистику. Хочу дома ее посмотреть, за счет чего инфляция не повышается, за счет экономических проблем или за счет, например, там изменения цен на более волатильные товары, например, на продукты питания, цены на нефть. Вспоминаем, что когда-то вот эта инфляция не так сильно повышалась из-за падения цен на сотовые телефоны, на компьютеры в США, то есть это такие внешние факторы, в мире просто снизились цены на эти товары, и, соответственно, это надавило и на инфляцию, на рост инфляции в США, то есть вот эти идиосинкратичные факторы, иногда можно их пропускать в среднесрочной перспективе, поэтому я сейчас воздержусь комментировать детальную статистику. Хорошо, давайте возвращаемся все-таки к графикам и продолжаем. В паре евро-доллар что у нас есть? Вот ключевая впадина, поэтому я более толстую линию нарисовал вчера. Пока мы не упустимся в паре евро-доллар ниже вот этой впадины, для меня восходящий тренд на H4 сохраняется. Соответственно, шортить евро ни в коем случае я не буду. Ни в коем случае. Лучше буду за парой наблюдать, нежели рисковать. Мы увидели, что рано вчера мы прикасались вблизи вот этой впадины, но все-таки оттолкнулись. Может быть, будем тестировать здесь, я не знаю, вот эти пределы диапазона, нижние пределы диапазона, то есть вернуться к этой красной линии, вблизи этой красной линии, чтобы нарисовалась здесь вершина на этом уровне, и потом, может быть, сформируется голова с плечами на H4, но пока еще об этом рано говорить, это просто такие обсуждения для нашего обзора, всякие возможные сценарии. С точки зрения торговли я сижу и наблюдаю, поэтому, грубо сказать, просто поболтать, это, конечно, легко. То есть просто пообсуждать, что может произойти, это, конечно, легко, но я сделки здесь не открываю, не рассматриваю в настоящее время, поэтому просто анализирую. Для покупки. По логике также нет сигналов на покупку. Почему? Потому что если мы исходим из H4, все равно этот отскок, на мой взгляд, недостаточен для возобновления вот этого уже слабого восходящего тренда. Этот сигнал недостаточен в настоящее время. На H1 здесь идет и на H1, и на 30-минутном нисходящий тренд. Конечно, идет сейчас коррекция внутри нисходящего тренда между красными пунктирами, но все равно нисходящий тренд, который меня сильно беспокоит, нагружает, поэтому здесь о покупках в паре евро-доллар я и не буду сейчас говорить. О продажах также я не вижу, от какого таймфрейма буду здесь отталкиваться, чтобы продавать. Если мы говорим о неком очень тяжелом таймфрейме weekly или monthly, и оттуда практически отталкиваемся, что здесь может нарисоваться вершина, по логике да, но вряд ли я буду сейчас рассматривать там сделки на год или на два вперед, чтобы сохранять их там 12 месяцев или 2 года. Это мне пока не нужно, поэтому с этой парой мы разобрались.
фунт-доллар, что у нас есть? На месячном таймфрейме знакомый нам график. Мы находимся в верхней части нисходящего диапазона. Медвежье поглощение, которое практически не подтвердилось. Оно не подтверждалось и на weekly таймфрейме, где продолжается движение вверх, то есть восходящий тренд. Он хорошо виден и на дневном таймфрейме. Хотя на дневном таймфрейме мы видим, что в верхней части восходящего тренда мы сделали паузу здесь, сейчас идет коррекция. На H4 видно, что вблизи трендовой линии фунт остановился. И давайте посмотрим, что у нас на H1. Тот же самый прямоугольник или некий такой маленький краткосрочный диапазон, в котором сохранилась пара фунт-доллар, как и евро-доллар на часовом таймфрейме. Был выход из этого диапазона на H1 в паре евро-доллар. Вслед за парой евро-доллар вышел и фунт из этого диапазона. И как и пара евро-доллар, так и пара фунт-доллар торгуется сейчас в нисходящем тренде. В нисходящем тренде. На самом деле пара фунт-доллар вышла за пределы линии тренда, 30-минутного тренда сегодня рано утром. Здесь практически... Мы вчера говорили, что если пара фунт-доллар поднимется выше вот этой вершины, то есть давайте я ее даже сделаю, как и в паре евро-доллар, когда мы пользуемся более-более такой толстой, чтобы мы понимали, что это ключевая вершина вот этого мини-тренда. Она на самом деле на уровне 1.3460 там с копейками, то есть вблизи вот этой, вблизи нижних пределов вот этого диапазона. Соответственно, хочу сказать, что если пара поднимется выше вот этой вершины, мини-тренд на 30-минутном таймфрейме практически закончится. Я сегодня комментировал вот эту пару, рано утром думал, продавать или не продавать вот здесь. Практически я думал, секундочку, вот здесь я думал сегодня рано утром продавать пару вот здесь или не продавать на уровне 1.3412, там с тейк-профитом. Порядка там 25-30 пипсов. Почему 25-30 пипсов? Потому что это М30, 30-минутный таймфрейм. Здесь расстояние 50-60 пипсов максимум. То есть максимум можно попытаться заработать 20-30 пипсов. И, соответственно, утром я думал, стоит ли здесь продавать. Но все-таки вы знаете, вот эта вершина, которая есть здесь, вот эта вершина, предыдущая и та текущая, которая формировалась рано утром, они были на приблизительно одном и том же уровне. То же самое и с впадинами. Вот если мы их нарисуем практически, они практически и вот эти вершины, и вот эти впадины, которые рисовались, они очень близко уже друг от друга. Я побоялся, с учетом того, что должна была бы выйти статистика по Великобритании по фунту, в это время, рано утром, я не знал, стоит ли, не стоит ли этого делать. То есть это когда было? Вот здесь. Вот здесь. Я об этом писал на сайте и, конечно, написал, что я воздержусь от торговли по британскому фунту, хотя формируется некий маленький такой сигнал на продажу. Вот это я практически описывал на сайте. И с целью это дело, потому что Владимир, который из... Владимир, имею в виду Гайдуков, который нас очень часто смотрит и находится вблизи Красноярска, в Зеленогорске, город, который я совсем недавно попытался найти на карте и нашел, конечно, увидел, где он находится. Он все-таки недавно мне написал, что даже и такие предпосылки к сделкам, и сделки, которые практически на очень мелких таймфреймах стоит обсуждать, чтобы все-таки понять мое видение и мою стратегию. Поэтому я все равно утром решил это написать. Вот тот график, который мы сейчас видим, 30-минутный, там 15-минутный график, с этими вершинами на одном и том же приблизительном уровне, хотя та вершина была ниже предыдущей, то есть нисходящий тренд сохраняется, несмотря на выход из трендовой линии. Что хочу сказать, все-таки я здесь воздержался, это было написано почему. На самом деле, если бы я открыл эту сделку, мне бы повезло, потому что на фоне волатильности во время публикации ВВП по Великобритании пара упустилась до 1.30, там, до вот этой предыдущей впадины, и на тех уровнях, на которых я собирался поставить take profit 1.3380, 1.3390, мне бы повезло. Но я подчеркиваю нарочно с целью, когда говорю, мне бы повезло, не то, что я правильно здесь все сделал, просто это оказалось бы везение, что на фоне волатильности
во время публикации по ВВП, мне бы повезло. То есть это не та сделка, которая мне нужна. Соответственно, я удаляю все вот эти линии, и мы идем дальше. Доллар-франк. Продолжаю сохранять свою сделку на тяжелом месячном таймфрейме. Стоп-лосс у меня на 93.90. То есть все по-прежнему. Хочу сказать, что ранее я очень часто говорил, очень хорошо, если текущая свеча за сентябрь закроется выше уровня 97.20. Последние дни мы очень часто находились и выше этого уровня, и ниже этого уровня. Все это практически ставит под большим сомнением вот эту сделку. Но пока я еще ее сохраняю, потому что сигналов на отмену также нет. То есть, но нужно понимать, что ситуация достаточно нестабильная. Почему? Потому что тут нет такого четкого, ясного, хорошего бычьего поглощения в нижней части вот этого серого диапазона на уикли. На уикли таймфрейме все равно мы не можем закрепиться хорошо выше трендовой линии. То есть на дневном таймфрейме мы находимся вот, вот этот желтый круг, который я вчера нарисовал, нам показывает... Где мы находимся? Мы находимся на трендовой линии нисходящего, подчеркиваю, не восходящего, нисходящего тренда. И пока еще никак не можем ее пробить. Поэтому вот эта покупка, которая у меня есть, достаточно такая, конечно, во-первых, она на тяжелом таймфрейме, во-вторых, тут сомнение большое, то есть нужно все время следить за новостями, за событиями, чтобы не произошел некий форс-мажор. Поэтому имейте в виду, что если у вас есть такая сделка, нужно отслеживать детально за ситуацией. Она пока еще не настолько подтверждена рынком, не настолько стабильна. Надеюсь, вы меня понимаете, потому что знаю, что Владимир Гайдуков, который сейчас нас смотрит, у него также есть, я думаю, что у него также, он ее сохраняет, свою схожую сделку. Идем дальше. На H4, если произойдет прорыв трендовой линии, все-таки мы можем начать двигаться в потенциальном восходящем тренде. То есть он у меня потенциальный, потому что пока еще его, у него нет. Это просто может быть мое пожелание. И с учетом того, что у меня есть сделка на покупку, для меня было бы намного лучше, если действительно это так, соответственно, будет развиваться. Конечно, если у кого-то, наоборот, есть сделка на продажу в этом нисходящем тренде, я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы пара пошла вниз. Так что тут каждый уже сам для себя решает. Вот Владимир пишет, я все понимаю, сделку пока сохраняю. Хорошо, Владимир, мы это обсуждаем часто, каждый день почти. Соответственно, мы понимаем, какие риски у этой сделки. То есть это нам также показывает, на что нужно обращать внимание. Пока я говорю, я ее сохраняю. Поэтому каждый день, когда я пишу свой утренний обзор, я пишу здесь. Я продолжаю сохранять свою сделку. Вот здесь четко ясно написано. Я продолжаю сохранять свою сделку на покупку с тем же самым стоп-лоссом и тем же самым тейк-профитом на тяжелом таймфрейме. То есть здесь говорим о тяжелых таймфреймах. Идем дальше. Еврофранк. Интересная валютная пара. Почему? Потому что для нас она является индикативом. Вот на H4 тот ключевой уровень, та ключевая вершина, выше которой мы поднялись, но совсем недавно снова опустились вниз. И помните, я говорю, я буду следить и за вот этой валютной парой. Если мы будем стабильно превысим вот эти вершины здесь, это для меня будет... создавать еще дополнительную уверенность, что в паре доллар-фунт вероятность для роста увеличивается. Потому что если в паре доллар-франк, имею в виду не доллар-фунт, если в паре евро-франк пара будет идти вверх, скорее всего это перенесется и на пару доллар-франк и наоборот. Доллар-иена. Находимся вблизи центра между уровнями 38.61 по Fibonacci на месячном таймфрейме. Хочу еще раз сказать, что в долгосрочной перспективе все ключевые японские банки в основном ожидают, что траектория будет около середины вот этого диапазона, то есть от 112-113. Учитывайте вот эти прогнозы банков. Другое дело, что они могут в любое время пересмотреться. Но мы торгуем сейчас в этом маленьком диапазоне на дневном таймфрейме. Смотрим вверх. Конечно, понимая, что мы отталкиваемся от вот этих впадин. Так что здесь, когда мы говорим смотрим вверх, это не значит, что мы полностью исключаем движение вниз к нижним пределам этого диапазона. То есть мы сейчас рассматриваем этот диапазон.
На H4 мы тестируем 61,8 по Fibonacci, а на H1 именно на том таймфрейме, на котором у меня есть открытая сделка, то есть половину, помните, я вот здесь закрывал. На самом деле я очень рад, что я ее закрыл тогда, все практически, хотя потом немножечко цена поднималась даже два раза намного выше моего уровня 112.90. Все-таки я очень рад, что я половину сделки закрыл. Вторую половину вот здесь сохраняю со стоп-лоссом на уровне 110.50. Пока здесь сделку не закрываю, если я буду ее закрывать, это будет озвучено либо во время наших обзоров, либо в комментариях под там моим последним обзором, который я пишу для сайта. Пока все-таки я готов рисковать. Здесь восходящий тренд сохраняется. Конечно, угол или скорость тренда немножечко снижается, но все-таки восходящий тренд сохраняется на H1. Почему? Потому что вот она одна вершина, следующая вершина все равно выше. Вот она впадина, это впадина, которая сформировалась совсем-совсем недавно, также практически выше вот этой впадины. То есть здесь пока тренд на H1, хотя замедляется, он все-таки сохраняется. Поэтому я сохраняю свою сделку. Хорошо, что я вторую часть не открывал на покупку, то есть немножечко я ограничил свой риск. Лучше в таких ситуациях, когда нет четких ясных направлений, лучше практически не увеличивать размер своей сделки. Пара доллар-канадский доллар. Мы эту пару обсуждаем, находимся сейчас в нижней части потенциального диапазона. Почему потенциальный? Потому что его нет. Это также мое предположение, пожелание на самом деле. Сейчас потихонечку возвращаемся в нижнюю часть вот этого диапазона. То есть на месячном таймфрейме, скорее всего, может сформироваться свеча с хорошей нижней тенью, которая укажет на тот факт, что может быть, как и в долларовом индексе, здесь формируется на одном и том же уровне впадина. И поэтому, если это действительно сформируется, рано или поздно у меня может вернуться интерес к этой паре с целью покупки в тяжелом диапазоне, то есть в диапазоне на тяжелом таймфрейме, с целью возвращения к середине этого диапазона. На данный момент у меня такой сделки нет. У меня пока еще, то есть я не заметил для себя сигналов на покупку. Если это произойдет, это будет озвучено на дневном таймфрейме. Мы тестируем линию нисходящего тренда. И, конечно, понятно, что пока еще, скорее всего, только на H4 видно, что мы попытались выйти из этого нисходящего тренда. Но практически здесь сигнала на покупку пока в этом тяжелом диапазоне я для себя не вижу. На H1 на самом деле продолжается восходящий тренд. Может быть, чуть попозже я подключусь к торговле на H1 в паре доллар-канадский доллар. Может быть. Я жду определенных сигналов, определенных там индикаторов, имею в виду экономических, не технических индикаторов. И просто хочу посмотреть, как начнется следующий месяц, то есть четвертый квартал. Если этот четвертый квартал будет указывать на улучшение ситуации в США, может быть, к неким мини-трендам здесь в паре доллар-канадский доллар я буду подключаться, как, например, в паре фунт-доллар, доллар-иена, вот эти часовые, там 30-минутное таймфрейм, которое мы рассматриваем. Так что будьте начеку, рано или поздно здесь мы можем перейти к более мелким таймфреймам. Сейчас для меня все-таки пара просто находится в наблюдении. Австралийский доллар и новозеландский доллар. Давайте прокомментируем эти пары. Вероятность формирования вершин в верхних частях вот этих диапазонов значительно увеличивается. То есть, скорее всего, вот эти исторические данные или уровни, которые практически являлись ключевыми во время во время практически середины предыдущего экономического цикла между доткомовским кризисом и глобальным финансовым кризисом, вот этот период середины между вот этими двумя кризисами, практически вот эти уровни и сейчас могут сработать, как и в паре австралийский доллар-доллар, так и в паре новозеландский доллар-доллар. Это я еще с самого начала
работы в своей в компании Alperitos с конца июля озвучиваю также и для сайта в письменном виде. Вы помните мои графики на тяжелых таймфреймах. То есть здесь могут сформироваться вершины. Давайте посмотрим, что у нас на weekly. На weekly очень хорошие свечи начинают формироваться, которые указывают на потенциал к снижению. Почему? Потому что на дневном таймфрейме, вот смотрите, мы уже тестируем вот эту впадину. То есть здесь была вершина, но эта впадина практически сейчас тестируется. Если мы упустимся ниже вот этой впадины, это будут предпосылки в паре австралийский доллар-доллар к началу некого нисходящего тренда, который хорошо виден на H1, что где-то между всеми этими линиями может начаться нисходящее движение. Именно тогда я их буду строить в более хорошем виде, потому что пока еще не ясно вот эти линии, как их нужно построить, так ли, через вот эти максимумы, или, например, допустим, вот если отсюда проведем параллельные линии и будем рассматривать некие вот такие тренды. То есть пока еще мне это немножечко не ясно, плюс и с точки зрения фундамента тут есть определенные уровни, которые все-таки я хотел бы, чтобы мы там обновили, и вот тогда, чтобы у меня сформировалось мнение. На самом деле, в качестве заключения здесь хочу сказать, я начинаю следить за этой парой с целью продаж, пока еще я не открывал сделку. Схожая ситуация в паре новозеландский доллар-доллар. Впереди политическая неясность по Новой Зеландии, также ушел Грэм Уиллер, это вчера я сказал, то есть глава Резервного банка Новой Зеландии. Ушел, сейчас на его пост вступит Грант Спенсер. Следующее, хочу сказать, что может быть новозеландская экономика уже заходит в некий перегрев, то есть темпы роста могут начать замедляться, мы это комментируем с начала этой недели. Будем следить за поступающей статистикой, она нам покажет, в каком направлении может пойти новозеландская экономика. Сейчас все-таки мы находимся в центре восходящего тренда на weekly, но речь о покупках вообще не идет. То есть покупки это пока еще за пределами наших обсуждений. Здесь, на мой взгляд, если окажется, что новозеландская экономика действительно прошла через свой пик темпов роста, здесь формируется нисходящий тренд, и мы очень скоро можем к концу года или в начале следующего увидеть уровни ниже 0,70. То есть спокойно на 2-3 фигуры можем упуститься вниз. Мне еще немножечко необходимо, думаю, чтобы подождать, чтобы определиться с этими двумя валютными парами. Вы знаете, что здесь периодически у меня идет торговля на более мелких таймфреймах. На H4 все-таки уже видно, что мы вышли за пределы вот этого восходящего тренда. Соответственно, на следующей неделе я его перечеркну, то есть вот этот тренд между зелеными линиями. На H1 пока еще я не вижу некого такого надежного нисходящего тренда, поэтому воздерживаюсь от торговли по этой валютной паре в настоящее время. Хотя периодически могу открывать сделки, и если буду открывать, это будет озвучено. Сейчас я более практически аккуратно, внимательно действую с этими парами, потому что пока еще не ясно, на 100% начнется ли некое стабильное у них снижение. И последний инструмент это золото, знакомый нам график. На самом деле мы попытались и вышли, действительно, если честно, вышли за пределы трендовой линии нисходящего тренда, хотя здесь мы всегда говорим, что есть два тренда, и нисходящий, и восходящий, может быть, есть симметричный треугольник на месячном таймфрейме в неидеальном виде. На недельном таймфрейме видно, что мы практически хорошо вышли за пределы вот этой трендовой линии, но это может оказаться рыночным шумом. Поэтому я начал именно с этого обсуждения, с этого выхода графика за пределы вот этой линии. Это может оказаться рыночным шумом. То есть пара очень быстро, извиняюсь, инструмент или золото, точнее, может очень быстро вернуться вниз. Почему? Потому что если восстановится доверие к американской экономике, глобальная экономика начнет повышаться более высокими темпами, спрос на золото, на франк и так далее будет уменьшаться, то есть на эти активы убежища, и тогда их цены будут снижаться. На дневном таймфрейме это может спровоцировать хорошее возвращение цен на золото, вот этот предыдущий диапазон, который мы обсуждали, поэтому я сохраняю свою сделку со стоп-лоссом на уровне 1331, take profit на уровне 1254, то есть помните, что я перешел
или перевел свою открытую часть сделки с часового таймфрейма, или там с 4-часового, точнее с часового, на тяжелый таймфрейм. Поэтому здесь у меня очень маленькая позиция, всего лишь четверть своей позиции, которую я когда-то рассматривал, потому что она маленькая, для меня уже комфортно оставить ее на более тяжелом таймфрейме и рискнуть, чтобы попытаться заработать на падение золота, если оно упустится до этой впадины. Соответственно, ни в коем случае моя сделка не является по золоту рекомендацией для новых участников. Что я имею в виду для новых участников? Для тех, которых вот сейчас слышат, что у меня есть сделка на продажу, и давайте сейчас будем открывать на продажу. Моя сделка сформировалась за счет торговли на H4 и H1. Вы это знаете. То есть я просто перевел тут часть сделки на тяжелый таймфрейм. Я учитываю, что цена может подняться к уровню 1331. И даже если меня закроют по стоп-лоссу, половина практически убытков, которая составит приблизительно $34, они практически, там треть, практически полностью уже были отработаны при закрытии своей сделки, половины сделки, два дня назад, то есть в среду перед статистикой по США. Соответственно, меня не беспокоит, если моя сделка будет маленькая, вот эта четверть будет закрыта по стоп-лоссу. Почему я это объясняю? Потому что если кто-то сейчас слушает, что у меня есть сделка, и сейчас откроет сделку, да, он, если закроется по стоп-лоссу, будет достаточно болезненно. Соответственно, учитывайте все эти нюансы, и поэтому я это подчеркиваю, потому что вы должны понимать, у каждого трейдера есть собственный подход. То, что у него есть сейчас некая позиция, это не значит, что это единственная позиция, это практически то, что он только что сделал и так далее. Это может быть частью там или продолжение некой торговли предыдущей. И все практически эта сделка практически есть и осталась на основе предыдущих сделок. То есть тут логика немножечко другая. Надеюсь, это понятно, поэтому будьте очень аккуратными, когда не только меня смотрите, а вообще читаете там в форуме аналитику или общаетесь с другими трейдерами, чтобы вы понимали, что нужно рассматривать общую картинку, а не просто взять там кусок информации на основе этого куска практически там делать некие выводы и так далее. Хорошо, идем дальше. На H4 восходящий тренд был сломан, мы это обсуждали. Вот эта ключевая впадина практически была обновлена. На H1 продолжается нисходящий тренд. Видно, что даже не доходя до нижней части практически тренда, здесь идет отскок. Мы на самом деле приблизительно нечто такое рассматривали в качестве некого сценария, но я пока не буду открывать сделку, не буду добавлять на продажу, то есть, надеюсь, все ясно. Вот практически уровень двойной вершины, здесь вот эта двойная вершина, для меня он является очень важным, поэтому я его сейчас немножечко продолжу. И интересно, будет ли он сдерживать рост цен на золото, и будет ли здесь формироваться еще одна вершина вблизи этого уровня. Если сформируется и здесь где-то вершина, и цена на золото пойдет вниз за счет стабильности в глобальной экономике, для меня это будет хороший сигнал, что можно расширять вот этот диапазон и что практически вот этот выход цен на золото за пределами диапазона на H4 окажется вот это все просто, вот это все практически здесь окажется просто рыночным шумом на H4, подчеркивая на дневном таймфрейме. Так, секундочку, почему не получается вот это расширить? Хорошо, ну надеюсь, вы меня поняли. То есть, что вот эта часть практически окажется, ой боже, вот это здесь окажется просто рыночным шумом. На сегодняшний момент все-таки это нельзя полностью утверждать, это просто некие желаемые сценарии. У меня на этом все, жду ваших конкретных вопросов. То есть на H1 здесь продолжается нисходящий тренд, и мы находимся в фазе коррекции. Жду ваших конкретных вопросов. Значит, Татьяна спрашивает, что вы думаете по рублю. Вот знаете, давайте я закончу по рублю, что хочу сказать. В российской экономике идет значительное улучшение. То есть я не знаю, что вы конкретно имеете в виду, Татьяна. То есть мы заканчиваем наш обзор. Если у кого-то есть вопросы, спрашивайте. Татьяна, я вас спрашиваю, что вы конкретно имеете в виду, что вы думаете по рублю? Вот я хочу сказать, что
Вы знаете, я смотрю оптимистично на российскую экономику в долгосрочной перспективе и считаю, что рубль практически рано или поздно будет на уровнях лучше текущих по сравнению с долларом и евро. Имею в виду в таком более долгосрочной перспективе. Мы не говорим здесь о торговле на валютном рынке. Я предполагаю, что во второй половине следующего года рубль будет около 55 за доллар, может быть чуть ниже. Предполагаю, что в конце 2018 года спокойно мы увидим уровни 51-52. В более долгосрочной перспективе вполне возможно, что доллар-рубль упустится ниже 50, имею в виду там в 2019-2020 годах. Может быть, увидим уровни 48-49. Но пока я не хочу сказать, что это мое мнение на 100%. Конечно, если не будет каких-либо форс-мажорных событий, считаю, что потенциал у экономики России достаточно хороший в долгосрочной перспективе. Поэтому я смотрю оптимистично. Но тут речь не идет о краткосрочных рыночных движениях. На мой взгляд, все-таки для российской экономики, я это много раз подчеркивал, до конца текущего года оптимальным курсом в паре доллар-рубль это 60. Почему 60? Потому что если закрепиться доллар-рубль вблизи вот этих уровней, там 58-60, индустрия, промышленность сможет лучше себя развивать. То есть пока еще нужно, чтобы рубль не был настолько дорогой. Хотя бы еще 6-9 месяцев. Хотя бы там еще 6-9 месяцев, чтобы промпроизводство ускорило свои темпы развития. А потом уже, когда практически к этим уровням 58, 59, 60 хорошо приспособится индустрия, вот тогда потихонечку она может спровоцировать экономический рост, который практически подкрепит рубль. Рубль вернется, например, к 55 спокойно, и все равно потом снова будет период приспособления индустрии к более дорогому рублю. Но эти падения пары доллар-рубль, чтобы не были настолько резкими и быстрыми, потому что если быстро упадет пара доллар-рубль, потом это повлияет негативно на индустрию, дорогой рубль практически сделает неконкурентные российские товары в краткосрочной перспективе, потом это снова спровоцирует падение рубля. И вот эта туда-сюда нестабильность, она никому не выгодна, в том числе и всем нам, которые живем на территории Российской Федерации. Поэтому я считаю, что лучше было бы, чтобы пара доллар-рубль практически было около 60, там 58, 60, 61 до конца этого года. Это оптимальный курс для рубля. Если мы говорим о некой вообще панике по рублю, думаю, что это за пределы реальностью в настоящее время. То есть это выходит за пределы реальности. Вы, наверное, меня понимаете, что хочу сказать, потому что нет никаких причин для сильного падения рубля. Я просто не вижу, откуда это может возникнуть. То есть, если именно вот это вы имеете в виду. Вот вы, например, пишете, Владимир пишет, а с чем вы это укрепление связываете? Вот я объясняю, с чем. Я много раз это говорил. Смотрите, процентная ставка в России на очень высоком уровне, 8,5%. Если Центробанк продолжит этот цикл снижения ставок, а скорее всего он продолжится, это практически может очень позитивно повлиять на экономику. Я уже долго продолжаю говорить, что впереди очень хороший момент для развития рынка недвижимости. То есть начнется серьезное строительство новых домов, нового жилья, то есть новых домов. Кредитование, когда будет дешевле, при наличии работы очень много людей будут покупать, обновлять свое жилье. То есть для рынка жилья это хорошо. Также очень сильно восстанавливается логистика в России. Имейте в виду, что логистика показывает очень хорошие темпы роста, в том числе авиасообщения. То есть это очень серьезная отрасль. IT-индустрия развивается очень хорошо. То есть финансовая сфера начинает восстанавливаться. Плюс при более низких процентных ставках в США, если продолжится цикл, финансовая индустрия будет развиваться. Соответственно, впереди есть очень большой потенциал у российской экономики. Я думаю, что следующее десятилетие, это я много раз говорил, будет очень успешное для российской экономики в целом. И вы видите, что я сейчас, когда это говорю, я вообще не затронул тут нефть и вот эти там горнодобывающие отрасли. Конечно, они также останутся, и они будут создавать дополнительный важный доход для российской экономики. Но вы видите, что в основном я указываю на другие отрасли. На самом деле они развиваются. Это можете увидеть на страничке Центрального банка.
То есть в России идет экономическое улучшение. Это, на мой взгляд. И, конечно, следующее десятилетие, соответственно, на мой взгляд, будет очень успешным. И даже, на мой взгляд, если не будут каких-либо радикальных изменений в монетарной политике, там, в накачивании денежной массы в России, то, чтобы, допустим, произошло некое очень серьезное событие, вполне возможно, что в следующем десятилетии, там, через 3-4 года доллар-рубль дойдет до 40-35, вполне возможно, но вы понимаете, что я говорю о очень долгосрочном будущем. То есть, если российская экономика действительно пойдет по этому пути. Так что не вижу никаких негативов в настоящее время. Будем надеяться, что никаких форс-мажоров и геополитических проблем в мире не будет, чтобы повлиять негативно на наш сценарий. У меня такое мнение. Хорошо. Вижу, что ничего... Ольга спрашивает, а расписание на октябрь ваших обзоров нет? Не беспокойтесь, расписание сейчас делается, я за этим не отвечаю, обзор будет. И все остальные, не только мои обзоры. Хорошо, нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за ваше ежедневное участие, за вашу активность в чате. То есть, благодаря этому у нас хорошая дискуссия получается. Всем приятных выходных и до следующей недели. С вами был Веселин Петков. Аналитик Инвестиционной Академии. Всем удачи!